Оказать допомогу поветренному судну, який терпить бедство. Отказ руховика, посадка без шасси. У Могилевском аэропорте прошли комплексное тактично-специальное вучение. Сегодня пляцовка у чекания новых накерунков, и тому такая готовность аварийно-вертовальных служб города – это проверка на тривалость. Сегодня как нельзя актуально, что мы проводим это учение, потому что с 13 числа мы начинаем регулярные международные рейсы, чартерные, на Болгарию. Хотим показать, что мы действительно готовы к проведению данного учения, данных рейсов, и проводим это учение на должной высоте. Згодно легенде, самолет с Варшавы у Могилев. На борте Ан-24, его функцию выполняет Ан-2, 6 человек, 5 тяжко потерпелых. Командир поведомляя, руховик отказал, шасси не выпускается, посадка на живот. Согласно аварийного плана, мы наносим пенную подушку. То, что вот вы видели, что вы снимали. То есть самолет будет садиться на нее, чтобы уменьшить трение и предотвратить вообще возгорание этого воздушного судна. На сортировочную площадку доставлено 4 пострадавших. Проводится сортировка по степени оказания первой медицинской помощи. Далее уже все отлажено до дробязей. Выратовальники эвакуируют потерпелых, передают медикам. У той же час аварийные службы обеспечивают безопасность на полосе. Разные варианты сценария махчимой катастрофы. Основная тяжесть это до прибытия подразделения МЧС ложится на подразделение Могилевского филиала. И в основном можно сказать, что это подразделение пожарной профилактики наша и медицина. Они готовы 100%. Операция, до речи, проходит у два этапы. Ситуация может развиваться по-разному, тому на этом участку отпрацовывают узгорание самолета, тушение палива и магниевых сплавов, плюс выртование пассажиру при допомозе специальных прилад. По следах в учебной операции еще подведут выники, уличить недохопы и отпрацуют потребные деяния. Але безопасность супрацовники аэропорта своим пассажирам гарантуют уже зараз.